Улучшивая всем настроение, сегодня я буду вязать носик, рожки и ушки. Начнем. Сейчас я буду вязать рожки. Вот так он должен выглядеть. Их будет пара, естественно. Сам этот рожок состоит из двух частей, маленькой и большой. Сейчас я буду вязать маленькую часть. Начинаю вязать из двух воздушных петелек. Одна и вторая. В первую петельку 7 столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше в каждую петелечку делаем прибавку, чтобы получилось 14 столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать и 14. Должно быть 14 столбиков. Дальше можно отмечать начало ряда и провязывать 5 рядов. В каждую петельку по столбику, по кругу 5 рядов. Мне удобней, не отмечая ряды, просто провязать 70 столбиков по счету. И я так и делаю. Начинаю. 1, 2, 3, 4, 5. И так по кругу 70 столбиков. Это будет мой маленький рожок. Вот такой рожочек у меня получился. Я провязала 70 столбиков. Заканчиваю вязание двумя соединительными столбиками для того, чтобы был плавный переход. И можно отрезать ниточку. Опять же, для пришива я не оставляю большую ниточку, так как буду пришивать обычной катушечной ниточкой. Заправляю хвостик и можно немножечко наполнить синтопухом. Самую малость, только для того, чтобы рожок держал форму. Вот первая деталька готова. Маленький рожок у нас уже есть. Теперь я буду вязать большую часть рожка. Начало вязания 2 воздушные петельки. 1, 2. В первую 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. Дальше в каждую петельку по прибавке, чтобы получилось 14 столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Теперь можно отметить начало ряда и провязать 18 рядов. Но я буду вязать по счету столбиков. Я провяжу 250 столбиков, не отмечая ряды. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, и так дальше по кругу 250 столбиков. Я провязала 250 столбиков и заканчиваю вязание двумя соединительными столбиками. Здесь я оставляю большую нить для пришивания и затягиваю петелечку. Теперь нужно наполнить рожок синтепухом, но опять же не сильно плотно, только так, чтобы он держал форму. И пробую на плотность и наполняю рожок до самого конца. Дальше я беру ниточки в тон, иголочку и, ориентируясь на первый рожек, где-то вот так, придерживаю и пришиваю маленькую детальку к большой. Вот так должен выглядеть рожок. Проверяем симметричность, чтобы две детальки были одинаковые. Все замечательно. Все, рожки готовы. Следующая деталька — носик. Носик из красной пряжи. И начинаем, как обычно, 2 воздушные петелечки. И в первую 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем в каждую петельку по прибавке, чтобы получилось 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Отмечаю начало ряда. Следующий ряд. Прибавка плюс один столбик. Прибавка и столбик. Прибавка и столбик. Итак, по кругу до конца ряда. Следующий ряд. Прибавка плюс 2 столбика. Отметила начало ряда. И дальше. Прибавка и 2 столбика. 1, 2. Прибавка и 2 столбика. 1, 2. Итак, по кругу до конца ряда. Отмечаю новый ряд и провязываю столбик в каждую петельку 2 ряда. Столбик в каждую петельку по кругу 2 ряда. Я провязала 2 ряда. Теперь можно убрать ленточку и заканчиваю вязание 2 соединительными столбиками. 1 и 2. Для того, чтобы переход был плавный. И можно срезать ниточку. Я не оставляю для пришива большую ниточку, так как носик я буду пришивать обыкновенной тонкой ниточкой. И вот такой носик у меня получился. Следующая деталька – ушки. Вот так должно выглядеть ушко. И сейчас будем его вязать. Вязание начинается с 2 воздушных петелек. 1, 2. В первую петельку 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В каждую петельку по прибавке, чтобы получилось 12 столбиков. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше отмечаю начало ряда и следующий ряд. Прибавка плюс столбик. Первая прибавочка, столбик, прибавка, столбик. И так по кругу до конца ряда. Отмечаю начало ряда. Дальше прибавка плюс 2 столбика. Прибавка плюс 2 столбика. 1, 2.
прибавка, 2 столбика, 1, 2, и так по кругу до конца ряда. Дальше провязываем столбик в каждую петельку 2 ряда. Столбик в каждую петелечку и так по кругу 2 ряда. Я уже провязала 2 ряда, отмечаю новый ряд и продолжаю. Дальше убавка плюс 2 столбика. Убавка и 2 столбика. Убавка и 2 столбика. И так по кругу до конца ряда. Следующий ряд. Убавка плюс столбик. Убавка, столбик, убавка, столбик. И так по кругу до конца ряда. Следующий ряд, он же последний, провязываем столбик в каждую петельку по кругу. Столбик в каждую петелечку по кругу. И так до конца ряда. Я дошла до конца ряда и заканчиваю вязание 2 соединительными столбиками, чтобы был плавный переход. Ленточку можно убрать и оставляю ниточку для пришивания ушка. Вот такое ушко у меня получилось. На этом этапе у нас должно быть 2 рожка, 1 носик и 2 ушка.